В зале Дворца культуры «Родина» прошел педагогический совет по вопросам культуры и художественного образования. На встрече собрались учителя и директора школ искусств. Главным вопросом стала программа реализации национального проекта «Культура», ремонт подмосковных школ искусств, строительство новых учебных заведений и их оснащение музыкальными инструментами. Мы стараемся нашим талантам помогать и на уровне методологии, чтобы они встречались с лучшими педагогами, да, и на уровне, конечно, материально-технической базы, поэтому переоснащаем наши школы искусства. И все это в комплексе должно нам дать ощущение, что вот на этом творческом олимпе люди, которые представляют нашу страну по всему миру, как музыканты, художники, огромный процент наших ребят из Московской области. Отдельного внимания заслужил вопрос о персонифицированном финансировании. Это денежные сертификаты, которыми родители смогут оплачивать занятия своих детей в творческих кружках и секциях, в частности, в школах искусств. Обсуждали также гранты, которые губернатор Андрей Воробьев ежегодно будет выделять 10 самым одаренным ученикам – по 1,5 миллиона на человека. Эти деньги семья талантливого ребенка сможет потратить на музыкальные инструменты, обучающие материалы и поездки на международные конкурсы.